Да, но я очень нервничаю, честно. Потому что, казалось бы, да, 12 лет, а сейчас как первый раз. И как острее сейчас я это чувствую. И приятно смотреть за счетчиком. Уже 26 тысяч одномоментных зрителей. Господи, мы опять вернулись. Нет. Как ты видишь основную миссию сейчас? Что нужно будет сделать? Нам очень важно сейчас найти язык и способ мостики объединить всех людей, которые остались в России, которые уехали, которые не поддерживают войну, и те, кто в сомнениях, и те, кто задается вопросом, и с теми, кто поддерживает, находясь в заблуждении, потому что их очень много. И это такая важная задача, мне кажется, наша сейчас, стать центром объединения и диалога.